Карамзинские чтения стали частью международного форума историков, философов и публицистов и являются ключевым событием декады отечественной истории в Ульяновской области. Вспоминая прошлогоднее большое историческое собрание в год 250-летия со дня рождения Николая Михайловича Карамзина, хочется отметить, что с высокой трибуны Ленинского мемориала прозвучал посыл дальнейшего продвижения имени Карамзина после юбилейный период. Мы уже стали в этом направлении главной объединяющей платформой. Карамзинская тема нашла свой отклик в памятный год Российской революции через мировоззрение Николая Михайловича Карамзина и представителей его эпохи. На конференции были рассмотрены вопросы эволюции мировоззрения Николая Михайловича Карамзина. Также говорили об истории Отечества, о формах развития государственности, у истоков которой стоял наш великий земляк. То, о чем мы сегодня говорим, это направлено не только в прошлое, это направлено в будущее. Потому что главный посыл и форума, главный посыл и конференции, и это звучит сейчас и в выступлениях участников, что все мысли Карамзина были направлены на просвещение человека, на объединение людей, на его благополучие человека и благополучие нации. На карамзинские чтения в этом году съехались ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Пензы, Твери. В числе приглашенных был генеральный директор издательства «Кучково поле», член Российского исторического общества Георгий Кучков. Как отметил Георгий Эдуардович, к сожалению, всегда существовала тенденция перевести историю на потребу дня. Но, по его словам, профессиональные историки всегда добиваются того, чтобы история трактовалась на основании тех источников, которые действительно можно интерпретировать однозначно. Мы, прежде всего, стараемся публиковать именно источники. То есть вне зависимости от того, в какой трактовке, так сказать, они даются. Вот мы сделали, так сказать, в этом году библиотеку русской революции, так сказать, издали там, по-моему, 15 книг и постарались представить там как одну сторону, так и другую. Форум проходил под патронатом Российского исторического общества при финансовой поддержке правительства Ульяновской области, Фонда истории Отечества, Фонда президентских грантов. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.